Несмотря на свою популярность, жимы лежа не лучшее упражнение для стимуляции грудных мышц. Но это вовсе не означает, что вам нужно от него отказаться. Причина, по которой вам все-таки стоит делать его, скорее не в том, чтобы накачать грудь, а в том, что такие мощные комплексные упражнения, как жим лежа, значительно повышают концентрацию тестостерона и гормона роста в крови. А это поможет вам увеличить мышечную массу по всему телу, а не только накачать грудь или трицепс. Поэтому, если ваша цель накачать грудные, продолжайте делать жим лежа. А для более точечной проработки грудных, добавьте пару упражнений на изоляцию. Вот два замечательных упражнения. Жим от груди в кроссовере стоя. В этом упражнении грудные мышцы находятся в состоянии постоянного напряжения, а напряжение – главный ключ гипертрофии. Так как тросы расположены выше уровня плеч, грудные должны проделывать серьезную работу, чтобы удерживать их внизу. Работают малые грудные мышцы и выталкивают их вперед большие грудные. Следите, чтобы ваши локти двигались строго вперед и назад. Жим гантелей лежа на скамье с небольшим углом наклона. Установите на наклонной скамье самый низкий угол наклона 10-15 градусов. Таким образом вы получите самый большой диапазон движения, естественную траекторию движения рук в локтевых суставах и максимальную стимуляцию как грудных, так и подключичных мышц. На мой взгляд, это лучшее упражнение для мышц груди. Еще один плюс этого упражнения состоит в том, что под таким углом наклона вы сможете использовать приличные веса. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!